В Костанае к ответственности привлекут охранников караоке-бара, вытолкавших мониторинговую группу. Несмотря на то, что после 20:00 работать запрещается, увеселительное заведение принимало гостей за закрытыми дверями. В момент проверки там было 60 человек, включая детей. Девушка, давайте мы зайдем. Вы слышите? Документы, все есть. Ребята, они телефон забрали. Все, представляете, они у меня телефон забрали. Мониторинговая группа. Мониторинговая группа. Все, я Пожалуйста, не выталкивайте! Меня выталкивают! Не надо меня выталкивать! Проверяющие пытались отстоять свои права, но тщетно их просто выволокли на улицу, а у журналиста отобрали телефон. После инцидента в заведение прибыл наряд полиции. Досудебное расследование начали по статье «Превышение полномочий служащими частных охранных служб». Этот караоке-бар неоднократно нарушал карантинные меры. В судебном порядке деятельность заведения хотят приостановить на несколько месяцев. Санкция статьи предусматривает штраф в размере более 13 миллионов тенге, либо лишение свободы до 5 лет. Кроме того, проверяется факт воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов.